класс Audi A6, как второй автомобиль сегодня на осмотре. Максимум ты можешь посмотреть два. Ну, вполне... Ключ. Есть, работает. Вполне ли реалистично посмотреть три автомобиля? Мой рекорд был 5 автомобилей. Кто побьет мой рекорд? 5 автомобилей. Первый автомобиль начался с 8 утра, и последний автомобиль закончился в 19, по-моему, участника его смотрел. Вот. И это вполне реально. Ну, короче, 4 это уже напряжно, это нужно бегать, делать и смотреть. Сидушки тут что-то какие-то скучные вообще. Табуретки. Дистанция есть, лайн-ассистент есть, проекция на стекло. Ну а сидушки что не поставили, я не понимаю. Ну электрические, да. Ну это же без поддержки колен, ну это куда годится-то? Ну да ладно, как хотели. У нас ТО сделано, инспекция нужно сделать 4-22 маленькую, то есть это не замена масла. Тут тормозная жидкость, там фильтр воздушный и все. А здесь 23 900, следующая замена масла, то есть через 9 месяцев получается. Пробег сейчас 35 тысяч, заправки нет, солярки нет. Надо посмотреть лакокрасочное покрытие. Ну, сидушки мне, конечно, не зашли. Дальше смотрим. Берем и вот эти тоже электрические. Замки подбешивают. Заказал новый лакокрасочный. Сотрудники ездят с хорошими, я съезжу с этой ерундой. Заказал лакокрасочный. Лакокрасочный, чтобы вы понимали, стоит 830 с чем-то евро. Фух. 830 евро. Но это хороший. То есть он работает у меня уже лет 8, по-моему, если не больше. И вообще без всяких перебоев четко работает. Никогда не подводил. А вот этот, это жесть. 207, капот крашен. Или краска такая толстая. 208, смотрим здесь. 150, тогда по-любому крашен. Нет, 193. Толстый слой, слушай, здесь. 174. 190, нет. Тогда не перекрашивался. Если он есть такой, то это завод. 187, 161. Важно, кстати, смотреть по углам, да? Бывает, там бампер толкнут, вот здесь вот покрасят и все. И ты такой проспал. Вот эти места внутри, все арочки, болты посмотреть. Сейчас делаем поверхностную, а потом смотрим внутри. По болтам и по прочему. Вот здесь есть вмятина. Вот здесь она чувствуется. Ты ее не видишь, но она есть. 146. И крыша. На капоте. Без этого никуда. Здравствуй, 3 литра. Все, заводить тарахтелку. Вот так он работает, двигатель. Но хорошо, что у Audi есть хорошая шумоизоляция. И этого всего в салоне не слышно. То есть у нас царапина там есть. Маленькая здесь. Дверьми открывали неаккуратно. Но это пока так, поэтому по внешке. Салон чистый, вообще пахнет новым автомобилем. Салон по салону вопросов нет. Прям свежак, свежак. Кожаные панели. Наклейка у него вон там. С VIN номером
ВИН-номер сам под капотом. Смотрим. Здесь, здесь 146. Да, у него толстый слой. Обычно на стойках там 70-80, а здесь 167. Оп, тормоза нормальные. Резина тоже окей. Пойдет здесь. Что-то красили. Это губу, наверное. 100%. Радиаторы свеженькие. Так. Царапина. Есть тормоза задние. Еще окей. И передний диск тоже их часто бьют, правую сторону. Вообще постоянно нормальное явление. Вот здесь вот вмятина, которую, вот, я не знаю, видно будет ее каким-то образом. Но ее не видно, но вот есть. Это может и полирнется, но только прям очень аккуратно надо это полировать. Вот этот момент, вот она вниз. Еще побольше фотографий. Так, стекло у нас. Окей, на капоте было пару сколов. Раз, два. Три. Ну, мелочь, короче, такая. По салону чистый. Тюрофит. Тут все на месте. На месте секретки, кстати, у него нет, туда нет секретки. На такие диски нет секреток. Интересно, интересно. Электрическая крышка без. Или крышка без электрического доводчика. Закрывать руками. Вот так. Раз и все. Под машину полезли, посмотрим, что под машиной. А тут под машиной все чисто. Масла подтеков нет. Резина окей. Резина не жрет. Фаркопа у нас нет. Тоже все нормально. Машину помыли. Молодцы. Можно забирать. Надо ехать сначала. Попробовать, как он в ходу. У него задняя подруливающая. Хопа, смотри, как колеса стоят. Я вот думал, на дрифт, может быть, сделать такие колеса под рейку подрулю, чтобы она тебе сама выставляла. Представляешь, ты такой раз, пару раз хочешь, и тебя поставила, раз поставила, и ты толкаешься. Круто бы было. Только дорого, пипец. В общем, с тест-драйвом все окей. Машина работает ровно. Все четко. Можно ее забирать. Ну что хочу сказать. Первое, что хочу сказать, так это жарко. Второе, хочу сказать, машина мне нравится. Он себе бы взял однозначно, даже без разговоров. Хотя я бы, наверное, лимузин себе уже бы не взял. Семья большая. Ну, хотя у меня Audi A8, только вот она для таких передвижений. Вот сюда тонировку надо. Пойдем еще проверим. С этой стороны ручки. Открыл, закрыл, открыл, закрыл. Отлично. Что, пару сколов, бампер не уж спереди подкрашиваем. И все. Забираем второй отсюда. Пошли оформлять, я думаю. Сначала надо с клиентом поговорить. Я уже оформил машину, с клиентом поговорил. Пока нормально, мне все нравится. Поторговаться и все. Audi München Trudering. Вторая машина за неделю. Отличный результат, я считаю. Приехали в гараж. Отлично. Забрал. Не хотел снимать эту машину, пока не заберу. Все, и осталось только легкое биение по тормозам. И то не сильно уже поначалу было, так как машина стояла. А так, ничего страшного. Еще поездить и отойдет. Они, конечно, почистили салон, это я уже тут натоптал. Убрали, почистили.
с тормозами нормально все, отошли. Я боялся, что бить будут, но уже подъезжая сюда, уже было намного легче. В общем, готово. Забрал, оформил. Эти ручки, конечно, к ним привыкнуть надо, что они открываются так. Все, ждет регистрации, таможни, всех движений. Чуть не глушу после автобана, чтобы чуть-чуть постоял. Остыл, так сказать. А так ничего нового, все нормально, все едет, все работает. В принципе, как смотрел, так и забрал. На неделю примерно ушло у меня времени на все про все, на оплату, на договора, на прочее, чтобы машину забрать. Но она стояла рядом, она стояла в Мюнхене. Так что поэтому так все быстро. Я сказал бы быстро. Неделя — это быстро.